Военкомат оповестил и вручил повестку мне. Я ждал весну, потому что в ней было 100 дней. Я еще с детства мечтал быть военным, как папа, но что-то так и не решился подписать контракт. Первый зербатор, мы заполняем строй. Парни в голубых беретах готовы идти в бой. Теперь твой дом рядовой, парашюты класс. Мы всюду там, где ждут победу, никто кроме нас. На груди автомат, за спиной купола. Я не забуду никогда первый прыжок из Ан-2. Со старта БМД разрывает грунт, и как бы сложно не было, но нам нравится тут, на борту, с теми, с кем пошел бы на войну. Закружилась голова, самолет набрал высоту. Ты не крут, если другого цвета у тебя берет. В нашей батарее комбат для многих пример. Затяну потуже берцы, за спиною автомат. Снова Паша запевает эту песню, атаман. Алло, мам. Да у меня все путем, как там у вас дела? Как сестра, как бачок, 600 метров над землей. Мы выпрыгиваем сыла, ты меня братом не зови, мы разного призыва. Я БМД водила, приехал из Омска, нас раскидало от Сибири и до Новороса. Ты знаешь, нам не просто служить в ДШД. На руке набью себе татушку за ВДВ, за РП. Я за бушлатом тельняшку не прячу, мы все свое ЗП сливали на слонячку. Учебный центр 242, я тоже был там. Вечная память пацанам тем, вы не забыты. Ефрейтор быдло нас поднял опять после отбоя, и его мерзкий голос снова произносит бою. На мокром поле за спиной автомат и РД. Ты лучше радуйся, пацан, что не попал в ВДВ. У ПДР номер 3, призыв 1-15. Салют, ребята, я для вас этот куплет наклацал.